Прошлой ночью Бавария разгромила Лейпциг и завершила год единоличным лидером немецкой Бундеслиги. Центральный матч 16-го тура завершился со счетом 3-0. На 17-й минуте его открыл Алькантара, на 25-й отличился Алонсо. 5 минут спустя осталось 10 человек, с поля был удален Эмиль Форсберг. В конце первого тайма хозяева получили право на пенальти, который реализовал Роберт Левандовский. Так подопечные Карло Анчелотти завершили этот год на первой строчке в таблице и опережает Лейпциг на 3 очка.